Поехали. Тут лучше где-нибудь на таком пространстве надо, да. Да вот порядок найдем, это можно будет в зале сделать. Да. Ну, хорош. Просто... Пока снимай, я скажу, когда. Хорош. Снимай, снимай, мне не надо. Что, тебе жалко, что ли? Да мне не жалко. Это же мы просто пробуем. Что? 10 раз переснимать. А вот когда я хожу следует, ну, сам увидишь, резкость меняется. Болит. Ну и бросай, нельзя. Снимай. Нельзя через силу сказать. И вот профессиональные гиревики, они поднимают именно вот, когда гиря на взлете, на самом наверху, у них ладони вот так вот открыты, видишь? Ага, они не сжимают, потому что не обязательно сжимать. Ну понял, понял. Она просто в ладони получается. Открытой. Последнее упражнение. Рывок называется. Опять с открытой ладонью. И когда вот опускаешь, сейчас вот, надо как можно ниже и дальше ее заводить. Это тяжелее и эффективнее потом работает. И вот они стоят там на помосте. И кто больше раз одно и то же упражнение делают, а я потом посмотрю. Посмотришь, вот что так нельзя снимать, вот как я снимаю. Потому что я перехожу сверху вниз, и резкость скачет. Это надо просто тебя на весь рост взять сразу где-нибудь, ну подальше. Я сначала так не мог подряд. Делать сразу 3 упражнения. Ты дыши, а не калякай. Это специально. Потом скажу. Это...